В эфире 7 канала «Новости» мы подводим информационные итоги дня. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. Смертельная авария в Кислице. Элитный внедорожник насмерть задавил женщину. За рулем был прокурор. Ехали за рулем? Кто сидел за рулем, Евгений? Выдать со следствия, если объективно, без следствия. У вас память же есть, наверное? Вы же помните, вы были за рулем или нет? Туалет, душ и отдельные комнаты. Так в подвалах живут дворники на Таирова. Да, я дворник и очень прекрасно отношусь к своей работе. И ни в чем не жалеюсь. То, что у нас так произошло, извините, пожалуйста. В Одессе готовят экскурсионный проект. Он покажет нетуристическую часть города с его особой женской аурой. Женщины сыграли достаточно значимую роль в формировании образа города. В селе в Измаильском районе женщину насмерть задавили внедорожником. Очевидцы видели за рулем местного прокурора. В салоне также находился его брат и СБУшник. Оба были пьяны. Однако предполагаемый виновник аварии пытается отмазаться. Село Кислица в Измаильском районе. На месте, где погибла Мария Устюк, собираются люди. Женщине было 50 лет. Родственники и соседи несут цветы и не сдерживают слезы. Не будет справедливости, потом все куплен, все куплен. Никогда такой простой народ, работящий, никогда ничего не добился и не добьется. Мария направлялась домой, когда ее сбил и переехал элитный внедорожник. Очевидцы рассказывают, как из салона буквально вывалились пьяные вдрызг водители пассажир. Біля мене за 4 метра звалили жінку, протянули ей 4 метра и потом ее переехали. Он был пьяный труп. И второй брат был пьяный. Он возле клуба подъехал, он открыл дверь и рвал. Там есть свидетели, которые он рвал. Там. Да, вот это беспредел. Убегающий от камеры мужчина тот самый, которого видели за рулем. Евгений Чабан трудится прокурором в Измаиле. Во время аварии с ним в авто был брат. Он тоже правоохранитель, работает в СБУ. Ехали за рулем? Кто сидел за рулем, Евгений? Выдать со следствия, если объективно, без следствия. У вас память же есть, наверное? Вы же помните, вы были за рулем или нет? Сидели рядом, жена ваша рядом. Или вы были такой пьяный, что вы не помните? Что вы толкаете? Пойдем. Мужчина, кто вы и почему вы меня... Пройдемте, пройдемте. Я чітко бачив, як за руля вийшов Чабан Євген, біля нього сидів рядом його брат, і ззаді вийшла Чабана Євгена жінка Ірина. Несмотря на свидетелей, прокурор всячески пытается замять дело, рассказывают в Кислице. Правоохранитель уже несколько раз менял версии, пока не обвинили в убийстве его очевидцев. Остання версія, яку написав Євгень, це що я вже її збив. Много версий предъявляют. Сначала он был, потом не он. Пытаются выкручиваться. Мы хотим, чтобы была справедливость, чтобы люди были наказаны. Потому что так не должно быть. Вот. И хочу, чтобы просто вернули маму. Я хотел похоронить ее по-человечески. Но, судя по всему, выкрутиться не получится. Чабана уже уволили из прокуратуры. На прощание ему сообщили о подозрении. Теперь прокурору грозит до 8 лет за решеткой. Александр Полуев, Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Три разбитых автомобиля и попытка скрыться с места происшествия. Такой итог аварии в самом центре Одессы. На Решелиевской между Дерибасовской и Греческой водитель черного «Мерседеса» умудрился задеть сразу два внедорожника. Если «Лексус» отделался незначительными царапинами, то вот пикап «Митсубиси» получил полновесный таранный удар сзади. До такой силы, что его водителя увезли в больницу. Как именно случилась авария, на месте разбиралась наша съемочная группа, но со слов очевидцев виной всему алкоголь. Просто пипец, если честно. Это неровной походкой садится в свой разбитый «Мерседес» 31-летний одессит Александр Владимирович. На углу Решельевской и Греческой он на полном ходу влетел в стоявший на светофоре пикап «Митсубиси L200». Но началось все кварталом раньше. Я припарковался на углу Дерибасовская, Решельевская, находясь в своем автомобиле, почувствовал удар. И посмотрел в окно, просто «Мерседес», не останавливаясь, а набирая скорость,
и полетел дальше. Lexus Тимура пострадал не сильно, а вот второму внедорожнику прилетело по полной. Удар был такой силы, что 2,5-тонную машину перекинуло через весь пешеходный переход, по которому ходили люди. Мне был красный, вот как сейчас, я ждал зеленого. Я услышал звук удара сзади, рев мотора, но я не думал, что ко мне. Ну, я, честно говоря, мало чего успел сообразить. Звук удара, рев мотора, потом сильный удар. То есть у меня в глазах потемнело, ну, свет выключился. Прихожу в себя, понимаю, что ДТП произошло со мной. Выхожу из машины и вижу это. Оно никакое. На место происшествия вызвали скорую. В больницу поехали сразу двое. Водитель Мерседеса и Митсубиши получили травмы, их забрала скорая. По словам очевидцев, до того, как его увезла неотложка, сидевший за рулем Мерседеса парень пытался чудить. Он вышел, пытался тут полквартала куда-то убежать, но тут парковщики, люди просто его остановили, посадили обратно в машину, потому что тут кто-то начал кричать про пистолет, там, не знаю, не было, было. То есть забрали у него документы и дождались полицию, скорую. Александр Владимирович так старался ориентироваться с места ЧП, что бросил в разбитой машине все свои документы. Это водительская старая, потом тут еще новый водительский, техпаспорт одной машины, техпаспорт другой машины, техпаспорт мотоцикла. Надолго ли сохранит невнимательный лихач свои водительские права, покажут медосвидетельствование. Если алкогольное опьянение подтвердится, минимум год Александр Владимирович будет ходить пешком. Ну или ездить на второй машине и мотоцикле без документов. Сергей Бандур, Татьяна Фомина, Валентин Мирза, Алексей Филиппов, 7 канал. В Одессе начнут работу новые полицейские станции. Специальные павильоны установят в местах, где обычно массово собираются одесситы. И наоборот, в отдаленных районах города с повышенной криминогенной обстановкой. Первую такую станцию уже установили в парке Горького. Всего планируют запустить 12 подобных полицейских пунктов. Человеку не надо будет бежать в отдел полиции, ну, райотдел полиции, а он сразу же может обратиться на месте и получить помощь, как и физическую, социальную, правовую. Ну, сотрудник полиции, находящийся в этой полицейской станции, если он по рации услышит какую-либо ориентировку, что в данном месте, близлежащем к данной станции, происходит какое-то преступление или правонарушение, конечно, он сразу же будет тоже реагировать, как и патрульная полиция и спецподразделения, которые патрулируют наш город. Туалет, душ и отдельные комнаты. Так живут сотрудники 6-го участка Черноморского ЖКС. Это могло бы быть хорошей новостью, если бы апартаменты не располагались просто в подвале жилого дома. Тревогу забили жильцы многоэтажки. Людям страшно жить в доме, в подвале которого рядом с коммуникациями кипит быт. В гостях у обитателей подвалов побывала наша Наталья Костенко. Да, я дворник и очень прекрасно отношусь к своей работе и ни в чем не жалеюсь. То, что у нас так произошло, извините, пожалуйста. Парень за дверью просит не снимать его, как и другие обитатели подвала на Королева 56. Здесь в окружении труб и проводов обустроили свой быт 6 семей сотрудников Черноморского ЖКС. В отдельных комнатах есть бытовая техника и мебель. В подвале даже установили унитаз. А вот это импровизированная душевая для того, чтобы мыться. Жильцы подвала врезались в систему теплоснабжения и водоподачи дома. Тревогу забили жильцы многоэтажки. Мало того, что люди платят за использованную обитателями подвала воду, хозяева квартир просто боятся за свои жизни. Буквально вчера появилась вот эта вот изоляция. Здесь у нас есть съемки, где этого вообще не существует. Посмотрите, это здесь курят. Были вот посмотрите, вот есть полностью пепельница с бычками. Наш дом газифицирован. Контингент людей этих, они обычно все пьющие. Вот в чем дело. Мало того, что там купались, и вода стоит, и мокнет фундамент, и когда-нибудь провалится. Здесь вот за углом они починили. Там просто все на соплях висело. Вспыхнет, дом взлетит на воздух. Местные говорят, это уже, так сказать, вторая очередь квартирующих. Несколько лет назад общими усилиями жильцы дома добились, чтобы подвалы освободили от людей. Но на смену одним пришли другие. На протяжении полтора года живут вот эти новые семьи, которые пополняются, увеличиваются. На территории есть дети. В общем, данные жильцы здесь живут больше года. Эти дворники нам сказали, что их поселил сюда ЖЭК, что они здесь на правах собственности, которым им наделил ЖЭК. На письма и обращения людей в 6-м участке ЖКС Черноморский не отвечают. Не застали на месте начальника коммунального учреждения и мы. Алиночка, начался уже это вот планерка.
началась, планерка началась, он уже трубку не возьмет. По словам обитателей подвала, в течение нескольких дней их должны переселить в более человеческие условия. Мы обязательно вернемся в ЖКС Черноморский и пообщаемся с его руководителем. Наталья Костенко, Игорь Казанжи, 7 канал. Ситуацию с проживанием в подвале на Королёва 56 прокомментировал начальник 6-го участка ЖКС Черноморский. По словам Александра Габера, причина этому – маленькая зарплата дворников. Многие из них, исходя из нагрузки, получают 1200 гривен. Некоторые – минимальные по закону зарплаты – 3200. Ситы, поверьте мне, не работают, не выйдет, с метлой не будет убирать дом, понимаете? То есть люди приезжают, да, в сел приезжают, бросают свои дома, оставляют семьи, приезжают, чтобы заработать каких-то денег для того, чтобы жить, существовать, скажем так, как на сегодня это возможно назвать. То есть, к сожалению, вот такая ситуация. Проблема не на уровне участка нашего, на уровне города, в связи с тем, что, естественно, жилья не хватает. К сожалению, приходится использовать какие-то такие вот помещения, в которых по нужде, скажем так, приходится жить людям. По словам начальника ЖКС, уже сегодня идет отселение людей из подвалов. Руководитель участка пообещал найти для своих сотрудников новое жилье. Сильный пожар в центре города. Ночью на Старопортофранковской подожгли лотомаркет. По крайней мере, об этом говорят очевидцы. Огонь бушевал здесь около 2 часов, и за это время пламя успело перекинуться на квартиру. К счастью, никто не пострадал. Больше подробностей в сюжете Яны Нестеренко. Старопортофранковская, угол Тираспольской. Здесь жилой трехэтажный дом. На первом этаже лотомаркет. Говорят, пожар начался именно в игровом заведении. Что произошло? Говорят, кинули коктейль, это правда? Да, правда, кинули коктейль, 3 коктейля в подвал, не в подвал, а в лото. Над нами вторая квартира, она полностью вся сгорела. Местные уверены, поджог был умышленным. По словам очевидцев, сотрудникам лотомаркет якобы удалось сфотографировать поджигателя. Поджог? Поджег парень, который вот здесь работает, он даже снял на телефон. Зашел парень, был какой-то, он его снял даже, есть фотография его. Парень работает в лото, успел его сфотографировать. Он бросил что-то, ну, какую-то смесь или что, я не знаю, что. И это поджег. За 1,5 часа огонь уничтожил около 120 квадратных метров. Пострадали лотомаркет и квартира на втором этаже. На месте работали 5 спецподразделений и 7 машин-спасателей. Было створено 2 ділянки бойових. Перша бойова ділянка – це була по вводу стволів і засобів на перший поверх для локалізації і недопущення розповсюдження вогню на другий поверх у жилі квартири. А друга бойова ділянка була створена з ціллю евакуації людей. Вся складність в тому, що на перекритті між першим і другим поверхом знаходяться пустоти. В цих пустотах ще залишаються осередки пожежі. Тобто перекриття треба вскривати, проливати і так рухатися буквально через кожний метр над самим приміщенням лотомаркету. Людей, яких спасателі евакуювали, кілька часів не пускали в свої квартири. Дим практично повністю охватив квартал, тому знаходитися в приміщенні було опасно. Возмущені жильці во всьому винять лотомаркет. Дело в том, что уже давно удивляет, сколько их заняли целый квартал. И вообще, это возмутительно. Боролись с ними, и обратно они начали появляться. Причины возгорания предстоит выяснить испытательной пожарной лаборатории и полиции. Яна Нестеренко, Андрей Кульба, 7 канал. Ушла под землю. В парке Шевченко возле Вечного огня образовался провал. Грунт просел, а плитка попросту провалилась. К слову, всего несколько лет назад здесь была масштабная реконструкция. Что происходит сейчас на аллее главного парка Одессы, видела Кристина Немченко. Парк Шевченко, Суворовская аллея. Недалеко от памятника неизвестному матросу образовался очередной провал. Весь грунт просел, а плитка провалилась. Старости, камень. Крошиться и садиться. Вся Одессушка такому. Что... Суворовская аллея – достаточно оживленное место. Здесь много людей, детей и велосипедистов. Провал не огражден сигнальной лентой. Вместо этого из дыры виднеется сухая ветка. Похоже, что коммунальщики сюда попросту не дошли. Его уничтожают. А что вы хотите? Дуракам закон не писан. Подобный, но более масштабный провал произошел осенью во время сильных дождей. Возле карантинной стены провалилась часть Суворовской аллеи. До сих пор проблему не решили. Плитка, бордюр и ограда упали вниз. Местные рассказывают, всему виной массовая вырубка деревьев, особенно вблизи склонов.
нельзя вырубать деревья. Деревья, корневая система, является армированием для противостояния грунту. Вот сейчас затеяли какую-то там площадку, например, там для экстремальных игр, они провоцируют новую подвижку склона. Убрав деревья, они убирают естественную природную арматуру в грунте. Вот и все. За несколько десятков метров от стадиона «Черноморец» находится вот такая прекрасная зеленая зона. Но по заданию Одесского городского совета таковой и осталось быть недолго. На этом месте планируют построить площадку для занятий экстремальными видами спорта. Как мы видим, по планам работ на этой территории собираются вырубить все зеленые насаждения. В 2014 году в парке провели капитальные ремонтные работы. Потратились на укрепление склонов и реставрацию карантинной арки. Уже укрепляли. Вот когда переделали памятник, вот здесь, вот, когда он сполз. Вот эти плиты, которые снаружи торчат, вот такие, как балконы. Вот это из этой серии, да. Их раньше не было. Укрепили, называется. Оно все равно ползет дальше. Это просто в этом месте видно. Результат тот же самый. А что будет здесь, может, через какое-то время, никто не знает. Парк Шевченко является памятником историко-культурного значения и садово-парковой архитектуры. У него богатая история. Он берет начало в далеком 1875 году. Тогда эти места посещали Пушкин, Гоголь, Островский, Достоевский, Чехов, Ахматова и другие. Кристина Немченко, Алексей Барановский, 7 канал. Чудеса тактильной плитки продолжаются. На этот раз коммунальщики выложили ее в районе Института глазных болезней имени Филатова. Дело хорошее, если она ведет слабовидящего человека прямиком под трамвай. В проблеме разбиралась наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Александр – отец двух детей с инвалидностью по зрению. Уже много лет он борется за то, чтобы в нашем городе незрячие чувствовали себя безопасно. Говорит, хорошо, что после продолжительного оббивания порогов чиновников, общественников услышали и начали выкладывать тактильную плитку. Но качество укладки оставляет желать лучшего. Человек может перейти незрячий, например, вот здесь вот остановиться и ждать перехода, да, пока озвучил светофор, там, ну, красный свет и так далее. И проезжающий сзади трамвай может, опять же, зацепить человека. Человек не будет знать, можно вперед идти или нет. Здесь впереди нет точечек. То есть, например, вот эти вот точечки было бы правильно где-то выложить на пандусе. Но по какой-то причине тактильную плитку выложили в непосредственной близости от опасных участков. Едет трамвай и может просто опять произойти. Кстати, мы видим качество укладки плитки заодно, которая уже поползла куда-то под трамвайную линию. Там она разбита. Ну, как бы это обычная плитка, в том числе уложена некорректно. Переходим дорогу. Здесь тоже встречаем определенные проблемы. Здесь вместо предупреждающей плитки выложили фрагмент направляющей. Говорит, следуя по ней, незрячий может неправильно сориентироваться на перекрестке. В итоге такая помощь оборачивается очередной проблемой, и человека подвергают новым опасностям. Хотя на этом участке у клиники Филатова можно было и постараться. Тактильная плитка, которая была выложена около данного социально важного места, была выложена с огромными проблемами. Но самое важное, что при выкладке этой плитки, по моей информации, не советовались с представителями УТОСа. УТОС – это организация, которая защищает людей с инвалидностью по зрению. И с ними как раз и стоило бы обсуждать подобные проекты. Но у нас же привыкли все делать для галочки. Екатерина Лапицкая, Алексей Пережилин, 7 канал. В Одессе готовят экскурсионный проект, который покажет не туристическую часть города с его особой женской аурой. Он приурочен к 8 марта и посвящен той Одессе, где жили и творили великие дамы. Новая и необычная экскурсия перерастет в масштабный проект. Подробности у Юлии Федоровой. Актрисы, поэты, хозяйки литературных салонов и музы. Женщины, сформировавшие изысканный, утонченный образ Одессы. Эти дома, переулки и улицы пронизаны их аурой. Женщины сыграли достаточно значимую роль в формировании образа города. Образа такого вот где-то утонченного, где-то дерзкого, где-то капризного. Женщинам дарили большие масштабные подарки. Дворцы дарили, лестницы дарили, парки.
Старший научный сотрудник Одесского литмузея Екатерина Ергеева задумала и разработала тематический проект «Прекрасные дамы Одессы». Он посвящен тем местам в городе, где жили и творили знаменитые женщины. Это город с женским характером, с таким мягким характером, открытым, притягательным, дружелюбным. И во многом, наверное, такая атмосфера города, она была опосредованно сформирована женщинами Одессы. Первый пункт экскурсии – улица Дворянская, 1/3. Учебно-научный институт холода, криотехнологии, экоэнергетики. Один из старейших вузов Украины. Сегодня в этом учебном заведении готовят специалистов в области техники и физики низких температур. А ведь каких-то 100 лет назад здесь читали стихи и пели песни. На месте этого здания в начале 19 века находился литературный салон легендарной Амалии Ризнич. В историю Амалия Ризнич вошла как муза Александра Пушкина. Это одна из женщин, которая, мне кажется, в 1820-е годы, создавала определенный образ Одессы. Еще один адрес — улица Пастера, 44. Это руины дома Диалигмена. Когда-то здесь вовсю кипела светская жизнь. Вот здесь, в особняке, в глубине двора, Иван Бунин жил со своей первой официальной женой Анной Цакни. Дом был построен в начале 19 века. Сегодня от него остались одни стены. Вот, собственно, эта часть здания, разрушенный дом. Очевидно, конфигурация строения была другой. Если это пристройка, значит, она как-то соприкасалась с остальными зданиями. Проект стартует в воскресенье 5 марта в 11 утра возле Дерева Любви в Горсаду. Принять участие в нем может каждый желающий. Новая необычная экскурсия по Одессе перерастет в масштабный проект, посвященный женщинам, которые оставили яркий след в истории нашего города. Юлия Федорова, Никита Кричко, Дмитрий Бондаренко, Андрей Кульба. 7 канал. Фильм «Одесский подкидыш» еще не сняли, а он уже ставит рекорд. После успеха театральной постановки творческий коллектив театра «Маски» решил экранизировать свой спектакль по пьесе одесского писателя Георгия Голубенко. Средства собирали на краундфандинговой платформе «На старте». Примерно за год удалось собрать 3 700 000 гривен. Это самый крупный финансовый проект для украинского краундфандингового рынка. Расчет, конечно, у нас был еще к тому, что мы понимали, что в украинской экономике ситуация далеко не из лучших. И, скорее всего, что фильму будет оказана хорошая поддержка от зарубежных жителей, то есть от нашей диаспоры там, в других странах на Западе, потому что там ситуация экономическая попроще. Но, как оказалось, вот сейчас по факту более 98% спонсоров, которые вложились и помогли фильму, это оказались именно украинцы. Снимать я буду в Киеве. Одесскую натуру, то есть улицы Одессы, я уже отснял в сентябре. Вот. Съемочный период начнется в апреле. Я уже приступлю к съемкам. Ну и дальше постпродакшн, а дальше уже там будет продвижение кино. Премьеру фильма «Одесский подкидыш» в Украине планируют провести осенью, предварительно показав киноленту на кинофестивалях. Вот таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-32-26. Оставайтесь с нами и помните, это наш город и ваш 7-й телеканал.